Соответствующие знаки «Остановка запрещена» появились недавно, а вот знак «Паркинг» по всей протяженности улицы завешен только один. Остальная информация о возможности за деньги оставить свой автомобиль осталась открытой. Понять такое несоответствие знаков трудно, и многие автовладельцы пока не привыкли к нововведению. Зато служба эвакуации работает слаженно, и те машины, которые были оставлены после запрещающего знака, были эвакуированы.